Всем привет, комрады! Сегодня я имею честь доложить вам о поступлении новой информации по свеженькому полку Имперской гвардии, а именно по Вальгалле. Ледяная планета, наверху холодно, что жуть, попу морозит, минус 50, это дай ты бог. Все живут внизу, в пещерках, ютятся и надеются, что скоро будет уже тепло. Но нет, закаленные вот такой вот суровой климатической диктатурой льдов, ребята получают хорошие, интересные правила в новой редакции Warhammer 40 000. Кто не знаком с модельным рядом вальгаланцев, сейчас испытает чувство глубочайшей ностальгии. Вот такие милые, красивые шапки-ушанки, тулупчики, шинельки. Мило, классно и даже местами актуально. Что же имеют эти бравые парни? Первое. Доктрина. Мрачная решимость. Пехотные подразделения ополовинивают число моделей, которое убегает. Завалили в лидерство очень сильно, кинули кубичек, и должно было 8 убежать, а убежит всего 4. Неплохо. Не спасает, наверное, ни разу, хотя, если прикинуть опыт игры именно с Имперской гвардией и Имперской гвардией, то, наверное, припоминаю пару игр, где на самом деле сраляло бы. Но это не самая интересная техника. Даже совсем уже раздолбанный Лемон Раз до конца будет огрызаться. И экипаж, он, несмотря на огромные потери, будет все равно проявлять чудеса героизма. Ваша техника, которая имеет эту доктрину, будет считать, что вундов сейчас у нее в два раза больше, чем на данный момент она имеет. То есть, если у вас осталось 4 жизни, считайте, что у вас 8 жизней. 5 жизней сейчас есть, считайте, что у вас их 10. Это очень, мать его, круто. Объясню почему. Значит, что лимонрасы, ну, в основном-то лимонрасы считаются нормальной техникой. Ну, там, мантикоры, само собой, химерки и прочее. Они 4-й баллистик очень быстро разменивают на 5 с плюсом. В случае с Вальгаллой, даже если у вашего лимонраса там остается 4 дырочки, вы до сих пор в строю. Это дает лишние 3 вунды, чтобы вы могли стрелять по 4-му баллистику. Ну и совсем уже какая-то дикая ситуация, когда там остается 1 чуть ли вунда, когда, ну вот совсем защемило вас и все, вы уже там деграднули до упора. Хорошая доктрина, вполне себе играбельная и полезная. Но до сих пор Катачон больше нравится. Ну не суть, нет. Это действительно доктрина, которая позволяет вашей технике работать. С другой стороны, она начинает работать, ну скажем так, не с первого хода. И бонусов вы от нее не получите, она скорее защитная доктрина. С другой стороны, опять же, монетка-то перевернулась, и видим, оп, позволяет нам агрессивно играть. Приказ уникальный, fire on my command. Вы можете стрелять по отряду, который завязан с вашим отрядом в ближнем бою, то есть в дюйме от дружественного подразделения. Но при этом все единички, которые вы нашли в итоге на тухит, считаются попаданием в вот тот самый дружественный отряд, который вот завязан боем с целью. И нельзя отдать на юнит, который завязан в ближнем бою, то есть они не смогут стрелять в упор в ближний бой. Ну, чувствуете, да? Жизнь очень дешево в Вальгалле, и эту тему эксплуатируют на протяжении вот всех этих сливов. Send in the next way. 2 command point, уникальная стратегема Вальгаллы. Ну, кстати говоря, хороша. Все думали, что вот выбери юнит тот, да, который почти дохлый, убери его с поля боя или выстави где-нибудь из резервов заново. Как конвейер у Механикус, скажем, или Tide of Traitors стратегема у ХСН. Однако же нет. Однако, здравствуйте. Используйте в конце movement фазу. Выбирайте Вальгаллан Infantry Unit, который был, ну, за исключением, само собой, персонажей и пехотных подразделений, которые использовали Combined Squad стратегем. Жирный намек, что вернулись огромные платуны в 50 рыл. Жирный намек. Но мне кажется, надо будет за это заплатить нормально, по очкам. Так вот, кроме Combined Squad, чтобы полтинник не вернулся, который был до этого уже уничтожен ранее. То есть вы собрали моделички, там, ну, 30 конскриптов убрали и положили. Все, забыли они. А нет, 2 command point, и вот те парни, которые уже дохлые были,
Вот они возвращаются на поле боя в конце этой момент-фазы, полностью в вашей диплойке, и в 6 дюймах не далее, как от края стола, то есть от пешочком выходит из-за края стола. Ну хорошо, вот это реально хорошо, вот это интересно. Не нужно никого подрывать, уничтожать, там типа сейчас брать и убирать. Ты уже как бы можешь рассчитывать, что если эти ребята сдохнут, они все равно вернутся за 2 команд-поинта. В общем-то стратегия мяса заиграла новыми красками, если честно. По стратегии мяса. ГВ сказала, конскрипты, сорян, бро, теперь конскрипты у нас ходят максимум отряд в 30 моделей, от 20 до 30. Дальше. Приказ, который принимает отряд конскриптов, он работает только на 4 с плюсом. Если вы завалили 4 с плюсом, все, больше приказов нельзя дать этому юниту. Вот такие пироги, вот такой вот дебаф на ваших конскриптов. Что делать? Не побаловаться больше 50 рыльниками, и с приказами будет тяжело. Не закидаете уже ведерком, никак. Ну, это же не все еще, согласитесь, мало инфы, мало. Есть общая стратегема Crush Them. Выбираете на начало Charge фазы эту стратегему. После этого Astra Militarum техника в вашей армии может совершить Charge, даже если она делала Advance в этот ход. Ну и что самое интересное, в следующую Fight фазу все ее атаки попадают на 2 с плюсом. Кому это больше всего интересно? Один Command Point стоит. Большой, жирный ELE. Бенни Блейд. Потому что его траки могут перемалывать цель. Там 9 атак, между прочим. Перемалывать цель с минус 2 к сейву и по 2 урона. Попадаешь ты не на шестерки, пятерки, ты попадаешь на 2 с плюсом. Если успешно кого-то протаранил. Один Command Point. И если вы Вальгалла, не зря сюда впихнули эту стратегию. Если вы Вальгалла, вы можете смело катиться вперед, потому что когда у вас 26 вундов, вы начинаете, получается, деградировать только с 6, когда у вас остается 6. Вы в половину усядете, когда у вас останется 6 вундов. То есть, потеряв 20 вундов, Бенни Блейд и все благолепие на его шасси деграднет половинку только. А до этого можно таранить и 9 атаками на 2 плюс, 8 силой пережевывать минус 2 к сейву, 2 урона. Это круто, ребята, на мой взгляд, за один command point. Но есть еще некоторые сливы, которые касаются других полков. Я думаю, их мы оставим до официального слива в рубрике Warhammer Community блога Faction Focus. Пока могу только одно сказать. Судя по сливам, Васечки, Василинский, минус 3 армор пирсинг. Все, спасибо. С вами был Иван. Увидимся завтра в новом обзоре, а возможно даже дважды увидимся, потому что да, я помню о мужиках с фуражками. До свидания.